Всем привет! Сегодня готовим популярное блюдо из 90-х. Суп из кильки в томате. Мама варила такой суп часто, и мне он очень нравился. Берем пару картофелин и одну морковку. Картошки не должно быть много. Я взяла именно две штуки, потому что у меня было достаточно мало воды. Если вы готовите в большой кастрюле, конечно, картошки можно взять 3, 4 или 5 штук. Но все равно не переборщите. Хотя я знаю, что некоторые любят очень и очень густой суп. Я иногда тоже люблю густой, но именно к кильковому супу это не относится. Картошку и морковь нужно помыть и почистить от кожуры и нарезать картофель небольшим кубиком. Кстати, вы знаете, что есть абсолютно разные сорта картошки, и какая-то картошка лучше всего подходит для варки, какая-то для запекания, какая-то для того, чтобы нарезать ее в салат. Вся картошка абсолютно разная. Мы обычно привыкли видеть в магазине всего один картофель, ну, в лучшем случае два. А на самом деле его очень много. Теперь переходим к морковке. Морковь нужно натереть на крупной терке. Я морковь не обжариваю, а сразу добавляю в суп. Если вы любите делать зажарку, то, пожалуйста, обжарьте морковь в небольшом количестве растительного масла. Берем кастрюлю, добавляем в кастрюлю картофель, морковку и луковицу целиком. Если вы делаете зажарку, то лук можно обжарить вместе с морковкой. И ставим на плиту, варим на среднем огне до закипания. Затем огонь убавляем и варим суп до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой или ножом. Теперь переходим к кильке. Выбираем хорошую, качественную кильку в магазине. Это важно, потому что именно от кильки зависит вкус готового супа. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в суп лавровый лист и душистый перец горошком. Немного соли, немного, потому что килька у нас тоже соленая, здесь важно не переборщить солью. И выкладываем в суп нашу кильку. Ох, как я люблю кильку в томате, как давно я ее не ела. Это прям вкус детства. Раньше я любила воровать у мамы пару ложечек кильки, пока она варит суп, она все время на меня ругалась. Кильку положили, теперь суп нужно перемешать и вернуть на огонь. Снова довести до кипения и поварить примерно 5-10 минут после того, как суп закипит. Наш супчик из кильки готов. Я как будто бы вернулась в детство. Приятного вам аппетита!